В Бурятии обнаружили гонконгский грипп. Вирус А H3N2 выявили у двух детей до 5 лет. Оба не были привиты. На сегодняшний день дети уже здоровы и выписаны из инфекционной больницы. Гонконгский штамм вируса гриппа относительно новый для Бурятии. В целом же достаточно известен и наряду с остальными включен в реестр вакцин. Как сообщают в Роспотребнадзоре, вспышку заболеваний ожидают этой зимой. Пока же об эпидемии говорить рано. Это подтверждают данные еженедельного мониторинга. За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 1723 случая ОРВИ. Показатель заболеваемости 17,5 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога в 1,6 раза. В Улан-Удэ 467 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 10 ровно на 10 тысяч населения. Это ниже эпидпорога в 3,6 раза. Добавлю, что по прогнозам эпидемиологов, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ вырастет к концу декабря и после новогодних праздников. Между тем, пока привито только 40% населения. Кто еще этого не сделал, могут обезопасить себя от недуга еще до начала эпидемии в поликлиниках города, до начала Нового года.